Добрый день, друзья! Вы на канале Натальи Горбачевой о простой и здоровой пище. Сегодня я буду готовить очень простой летний салат из зелени на скорую руку. Зелень для салата подойдет абсолютно разная, как выращенная на грядках, так и дикие травы, такие как одуванчик, крапива, сныть. Подойдут различные листовые салаты, листовая капуста, укроп, петрушка, шпинат, зеленый лук, любая зелень, которая вам нравится. Еще в салате я использую вареное яйцо. Также можно добавить какой-то дополнительный ингредиент для вкуса, для сочности, например, огурец, помидор, сладкий перец, те, которые окажутся под рукой. А я сегодня буду использовать авокадо. А в качестве зелени у меня будет моя любимая сныть. Я ее хорошо промыла, подержала некоторое время в содовом растворе, затем ополоснула чистой холодной водой и обсушила на полотенце. Сныть я мелко нарезаю, вареные яйца режу на кубики, авокадо чищу и также режу на кубики. Все ингредиенты соединяю в салатнике, солю, заправляю растительным маслом, перемешиваю и подаю к столу. Такие зеленые салаты можно готовить все лето, меняя дополнительные ингредиенты и постоянно имея на столе свежие витамины. Приятного вам аппетита, простых и полезных рецептов. Если видео вам понравилось, поделитесь им с друзьями, приходите на мой канал, подписывайтесь. Все тексты рецептов находятся на сайте edimkashu.ru.